Семена и рассада вейгелы цветущей кандиды вырастают в травянистый кустарник, высота и ширина которого могут составлять от 1 до 1,5 метров. На побегах располагаются светло-зеленые листья заостренной формы. Однако по-настоящему красивым он становится в период цветения, летом. Куст покрывается белыми соцветиями, очень похожими на колокольчики, в центре каждого небольшая тычинка. Хорошо растет на свободном и освещенном участке сада, в тени будет плохо цвести или же не распускать соцветий вовсе. В качестве почвы для посадки отлично подойдет любой плодородный состав, который будет отличаться рыхлостью и влажностью. Вейгела цветущая кандида – это многолетнее растение высотой 150 см. Кустарник лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок. Вейгела прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Расцветает вейгела цветущая кандида в месяц май, июнь, а второй раз может цвести в месяц август, сентябрь. Цветы имеют слабый аромат. Цветок окрашен в белый цвет. Вейгела цветущая кандида имеет средний срок созревания. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.